Да, Вадим, появился. Есть? Давай. Как просто так. Я приду, расскажу. Как ты вот это включил? Мой памяти. Не подключил. Давай желтый еще. Черный давай. Как ты роту подключил? Я считаю, что это наше спектакль.
Я думаю, что не говорю, но с кем
Thank you.
Thank you.
Давай. Что это, смотрите, как они типа шли.
на другого була. Не вже звичайно. Але Блинський. У нас ноль, ще. Артур Молодець. All right.
давай, писай. Ha ha ha.
хто. Yeah.
Thank you.
Valeu.
успел. Не успел. Thank you.
хорошо, можно 4 заметки. Да нет. Сыпан, Сивка, Половнюк, Явонский лучше. Thank you.
Thank you.
Да, подожди, пока все подойдут. Вешай в майданчик, блядь. В майданчик. Что это? Да, доктор еще. Сейчас еще один, вынимайте. Давай трепетаем. Как только не тянут. Ну, в Черновцах всегда сложно играть. Здесь во все времена были хорошие команды, не исключение сегодня. Значит, чисто по игре мы очень правильно сыграли в тактике. И не могу сказать, что мы играли вторым номером, но где-то так. И искали свои моменты в быстрых атаках, одна из которых, в принципе, мы забили гол. И дальше мы, в общем-то, продолжали держаться этой тактики. И как бы у Черновцов и голевых моментов не було. Ми сыграли на результат. Резюме буде коротке. В принципі, як кажуть, чудес не буває. Для того, щоб вигравати, потрібно мати зіграну команду. А так як ми готувалися до цієї гри і як підбирались люди на цю гру, то, звичайно,
важко розраховувати на позитивний результат, хоча сказати, що ми програли по всім статтям, я не можу. Маючи десь видиму перевагу на полі суперника, не хватило майстерності, щоб в завершальній стадії вижити щось з тих напівмоментів, які ми створювали. Нарвались на контратаку, могли ще раз один раз пропустити. Це футбол, так що. На жаль, суперник сьогодні виграв, а ми програли.